Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Олександр Гамоля. Добрий день. Марія Мамашук виграла перший у історії білоруської жіночої боротьби олімпійський медаль. 23-годова уродженка поселка Зябравка Гомельського району стала уладальницею серебра. У фіналі вагової категорії до 63 кілограмів Мамашук заступила японця Рисака Каваї. До речі, для білоруської сьогодні це було перше пораження. До цього на усіх турнірах вона підіймалася тільки на вищейшу приступку п'єдесталу гонору. У тим ліку і на чемпіонаті Європи. Перший тренер Марії Петр Бабій каже, що одразу заважив у її задатки чемпіона. Да і сама спортсменка вже на початку своїх заняткав боротьбою ставила перед собою самі високі мети. І на першу у своєму житті олімпіаду яна їхала виключно за золотом. І, мабуть, тому на п'єдесталі Урея яна була такою сумною. Трудолюбие. Перше, що я у неї приділив талант, трудолюбие і ціль у неї. Вона тоді мені сказала, що я буду мати за олімпійську медаль, якщо буде чемпіон олімпійських ігор. Я говорю, Машенька, все буде. За завоюванням олімпійської узнагороди Марію Мамашук повіншував старшиня Гомельського облвиконкама Володимир Дворник. Марія, ти подарила нам свято і підтвердила звання одної з міцніших спортсменок світу. У досягненні цієї мети ти показала високе майстерство і бойцовський характер, говориться у віншуванні. Володимир Дворник пожадав Марії Мамашук моцного здоров'я, щастя і нових перемог. Протягиваем выпуск. Сегодня в Рогачеве проходит посяджение Национального архкомитета по подрыхтовце и проведению Дня белорусского письменства. Свято запланировано на 4 вересня. День белорусского письменства проводится в Беларуси с 1994 года и имеет статус национального свята. Сёлета ён набывае асаблівы сэнс, бо пройдзе ў год культуры. Для таго, каб Рагачоў меў годны выгляд, на добраўпарадкаванне і рэканструкцыю аб'ектаў з бюджэту выдаткавана больш як 40 мільярдаў рублёў. По особным плане, с отповедным финансованием отбывается ремонт республиканских дорог, чыгуначнага вокзала, районной больницы и інших складающих инфраструктуры. У рамках Дня белорусского письменства запланировано около 70 мероприемств, у яких знойдуть адлюстрование такие подеи, как 500-годие белорусского книгодрукования, юбилей знакомитых белорусских письменников. Мы завели в своей газете районной «Свободное слово» рубрику «День письменства 2016». Начали печатать материалы о писателях, литераторах Рогачевщины и живых, и тех, которые ушли из жизни, которые прославили наш край. Вот. И плюс начали готовить материалы для книг. Вот три книги подготовили в общей сложности. Предусмотрено большое количество мероприятий, их будет порядка 70. Это различного плана встречи с писателями, это популяризация нашей книги, белорусской книги, это конкурсы, участие детей. В общем-то, я думаю, что этот праздник запомнится и гостям, и жителям Рогачева, несомненно. Свыше 200 установ эдукации и спорту Гомеля 1 вересня готовы принять у своих стенах больше, как 77,5 тысяч детей. Подрыхтовку до нового навучального года оценили сегодня на посяджэнні гарвыканкама. Настасья Кучынская расскажа больш падрабязна. У сярэдняй школе нумар 21 зараз вядуцца апошні работы па добраўпарадкаванні тэрыторыі. У цэлым да новага навучальнага года тут зрабілі вялікі аб'ём. Аснасцілі новай тэхнікай блок харчавання, адрамантавалі холы і класы пачатковай школы, набылі сучасныя парты для вучняў. Усё ў асноўным за кошт спонсараў і дзякуючы дапамозе бацькоў. Асаблівасць гэтай школы ў капітальным падыходзе да справы. Я, когда приступаю к любому ремонту, да, я не хочу подмазывать, подкрашивать, я хочу сделать класс новым, этаж новым. И хочу, чтобы это действительно было современно и на несколько лет вперед. Поэтому мы во всем идем вперед, да, не только в ремонт. Например, когда устанавливаем видеокамеры, то они у нас стоят на каждом этаже, а также есть выход на смартфон у меня. Если мы делаем пропускную систему, то мы тоже стараемся идти вперед. Работу коллективу 21-й школы сёлета оценили как одну из лепших у городе. Подрыхтовку до нового навучального года обмерковали на посяжении городских уладов. У целом больше, как 77 тысяч детей 1 вересня плануют принять свыше 200 установ эдукации спорту Гомеля. У некоторых зараз еще проходят опошние работы. Але до 1 вересня справятся у все. Каждый отдел образования, спорта и туризма, администрация района справился с поставленными задачами. Практически в каждом учреждении образования, учреждении спорта выполнен тот
комплекс первостепенных работ, который влиял, в принципе, на получение паспорта готовности объекта к новому учебному году, ну и, конечно же, подготовку всего хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде. С каждым годом прибавляется детского населения в городе Гомеле. Мы радуемся и в то же время спешим создать все необходимые условия как для дошколят, так и для первоклашек. И в этом году, вот по кооперативным данным, на 1700 школьников станет больше и на 630 дошколят. Настасья Кучинская, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Суботние телефонные линии мясцовых органов улады протягивают свою работу. Завтра жыхары региона смогут звернуться с пытаниями до наместника старшини Гомельского облвыканкама Олега Михайловича Подшинка. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомеля 75 12 37 с 9:01 раницы и до 12. У гэты час на пытание гомельчан откажет наместник старшини гарвыканкама Сергей Анатольевич Радюк. Номер телефона 75 18 54. Запущена наибуйнейшая в Беларуси сонечная электростанция. Проект реализованы каля Брагина. Объем инвестиций 24 миллиона евро. Кожная година работы новой станции дозволить краине отмовиться от 7 тысяч кубометров природного газу. Сонечную электростанцию побудовали датерминово. Проект реализовали на 4 месяца ранее запланованного. Спешались не выпадково, каб электростанция заставила як мага больш летних дзён. Сонечный парк стал наибуйнейшим в Украине, при том, как по померах, так и по могутности. Экономичный эффект – новые рабочие места и больше танная электроэнергия. Выработка электроэнергии в пределах 22 мегаватт – это где-то 4 района будет обеспечивать полностью электроэнергией. У регионе распачался сезон сбору брусниц, а с 28 жнивня будет дозволенный сбор журавин. По воде даденных Института лесу Национальной академии наук, все лето прогнозуется средний и недзе навод высокий урожай ягод. Заготовку ягод у насельництва ведут приемно-нарыхтовшие пункты и гандлевые предприемства. Брусницы принимают по цене 1,5-2 рубли за килограмм. На журавину установлена цена до 1,5 рублей по области и 2,5-3 рубли в областном центре. Вся продукция проходит проверку на отповедность нормам якости. Далее журавины и брусницы реализуются про гандлевые предприемства и сетку громадского харчевания, а так само поставляются для промысловой перепроцовки и на экспорт. Если у населения нет возможности сдать заготовленную продукцию в стационарном объекте, то организации потребительской кооперации могут приехать к нему и забрать эту заготовленную продукцию. Все необходимые контакты можно найти на сайте облспожилсоюза и звернуться у сельский совет. Православные верники святкуют сегодня преображение Господне, те яблочные або другие спасы. Это свято относится до 12-х, лишится одним из наибольше значных у церковном календары. Поводле святого писания, в этот день Иисус взял на гору фавор с собой трех вучнев – Иоанна, Иакова и Петра, как подмацовать их у веры и перетворился перед ими. Его твар прозял, как солнце, а вопротка зробилася белой, как снег. Так Христос явил апостолам свою славу, каб яны не отчаивались, а коли про 40 дзён будут глядеть, як пакутуе ён на крыжи. Сегодня во всех храмах отбылись святочные литургии, после службы священники освящают плоды нового урожая. Главный богословский смысл этого события, этого праздника, Господь показал еще своим ученикам, что не только человек, но и Бог. Тем самым исповедав самый главный догмат христианской веры, что Иисус Христос для нас Бога-человек, совершенный Бог и совершенный человек. И, конечно, в жизни верующего человека за все принято благодарить Бога. И вот это приношение всех фруктов, овощей в этот день, это является символом благодарения Господу за то, что Он даровал на этот год еще вот такой вот замечательный урожай. Глядите сегодня на телеканале «Беларусь-3» передвыборные выступления кандидата у депутаты Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 6-го скликания. С 19:01 до 19:20 у эфира выступления кандидатов по Гомельской сельской окрузе номер 37. С 19:20 до 19:45 до выборщиков звернутся кандидаты по Жлобинской окрузе номер 40. И с 19:45 до 19:55 час выступления у кандидатов по Будакашалёвской выборчей окрузе номер 38. Нагадаем, выступление выйдут в эфир на телеканале «Беларусь-3». И на этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире.